Зачем я это делаю? Это хороший вопрос. А вот ты русские живые, они живут, они еще создают что-нибудь. Я еще раз посмотрела начало книги и думала, ой, как я буду вот этот старый язык перевести. Вам кажется, что да, вы все поняли, вы потом перечитываете по-французски, полная катастрофа. Те люди, которые приезжают, ну это наше такое золотое достояние. Литературный переводчик уподобляется самолет, который в зависимости от своих надобностей летит либо очень низко от земли, либо взмывает вверх. Классика, будь то русская, будь то какая-то другая, она обретает новую жизнь именно в переводе. Главный посыл, лучший посыл, который был у России, это русская литература. Но русская литература в переводах.